проблем нет. Еще хозяин, скажем. Хозяин, скажем, пожалуйста. Хозяин будет лицензию делать. Это арендованную машину. Это вот не на меня, пожалуйста. Вот вот. Ну, пожалуйста. Договор аренды. Да все на офис, можно офис. Поехали там. Договор аренды. Это никуда не ездит. Вот по городу работаем. А путевой лист у вас есть? А? Путевой лист есть. За это ничего не делает. Аренда дает. Медицинский осмотр проходили вы? Медицинский осмотр вы проходили? Я здоров человек, я все, какой медицинский. Вы как таксист должны медицинский осмотр проходить. Где у вас? За день, за день. За день это, за день все не получится. Надо предупреждать парк. У них надо открывать такой пункт. Понимаете, они должны потом проверять. Сейчас начал все это. А вы ее сейчас заставляете этих людей. Да давайте быстрее это все делайте. Как это может так получиться? Вы прежде чем выйти, должны были иметь полный пакет документов. Надо парк предупреждать. Парк не сдавали бы машины, не принимали бы это водители. Я ни при чем. Я ни при чем. Сядьте, пожалуйста, поедем в парк, там это будем выяснять. Все, есть претензия ко мне? Я водитель, за 100 метров. Пройдите, пожалуйста. 10 километров я это... документы и что вам потеряю это потом буду искать там.